Всем здравствуйте, снова на водоеме. 5 декабря, время 13:33. Не собирался, но в итоге решил съездить. У нас вроде завтрашнего или послезавтрашнего дня похолодание. Сегодня опять небольшой такой минус. На солнышке даже тает. Ну, ветер только, но как бы он пока шоу, жарко ощущается, тепло. Маленечко половим, попробуем. Даже сегодня я без прикормки, но вчера я фонариком уже по темну в лунки заглядывал, кашу там еще достаточно, хватит им. О, нет, замерзло, пяткой не пробить, хватит им на сегодня, завтра потом, возможно, перерывчик надо будет сделать, кое-какие дела с вороном совершить. Ну а потом, наверное, снова рыбалку, как бы сезона уже больше половины прошло. Что заснять получится, не знаю. Вчера у меня камера, я думал, замерзла и отказывалась работать. И оказывается, аккумулятор сел на ней на морозе. А потому что сломался провод у пауэрбанка, который шел на зарядку. Потом в кармане маленько отогрелось, и ток-то я заснял. А поклевки самых крупных не получилось. Что сегодня получится, не знаем. Ну ладно, говорить-то я люблю. Что-нибудь да покажем. Время 2 часа дня. 6-я лунка у меня. Поклевочки в каждой почти были. А поймать нифига не получалось. Ловил на шкурку. И сережку там от петуха, красная была одета. Головы. Вот сейчас опять палец, короче, я сделал. И вот сразу двух штук поймал. В общем, надо что-то желтенькое, яркое, видимо, тут для этой рыбы. Сегодня будем, в общем, ловить на этот палец. Посмотрим. Время 14:33. 11-я лунка. Две пойманных рыбы. Как-то непонятно, будет сегодня клевать или не будет. Вот осталось две лунки, в которых вчера самые крупные попались. И первый круг будет завершен. Результаты пока вообще не радуют. Так, пока нифига. Там одна поклевка прошла. И все, видимо, ротан мелкий, ему не захватить. И здесь такая же история. Возможно, все-таки придется обратно шкурку тогда одевать, маленький кусочек. Так-то вот он среднего размера, как раз даже поперек она ему влезет, лапка эта. Что они не хотят ее хватать, непонятно. Ну что, пришлось маленько переоснащаться. Поставил вот такую блестящую, в общем, блесенку, и обратно шкурку одели, и сразу вот трех поменьше поймал, потом вот сейчас двух покрупнее. А на палец такие вялые пытались тычки, видимо, вот эти первые пытались захватить. Вот такие дела. Ловим дальше. Вот такого поймал. Хорошенький, упитанный, тяжеленький. На второй круг иду. Включить решил пока камеру тогда. Сразу на первой же проводке, так скажем, поклевка была. Вдруг он тут не один. Похоже, был он один. Вчера с этой лунки, наверное, вообще штуки 2 поймал или 3. За весь день. Это они тут посменно
клюет, потом не клюет, потом опять может быть клювать. Так, с этой на 605 грамм до вчерашнего дня был тот самый крупный пойманный, поэтому приходится ее каждый раз разбуривать, даже когда двух штук поймаю. За 6 заходов все равно на следующий раз бурю. Второй, ага, чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше, ага. Так, почти как два брата. Вот так вот. Ротан активировался, наверное. Активизировался. Переиграл Михаил в игры. Сейчас три подряд. Тут сейчас три подряд. Это второй круг у меня еще идет. До середины еще только дошел. Шестая лунка. Всего у меня 13 сегодня. Если по 5 с каждой поймать, получится примерно как обычно, в районе 60 штук, в районе там 7-8 килограмм. Время 15:30 доходит. Должен включаться клев у ротана. Иду на третий круг, в общем, уже. В каких по 2, по 3 поймал, в каких так и тишина. Лунках была. В той вчера, в которой больше всего поймала самого крупного, ни одной поклевки еще. Вот хороший. Есть надежда, что позже выйдет крупный ротан. Будем ждать. Хорошенький идет, хорошенький. Время 16:06. Иду, не знаю, какой там счет, наверное, пятый круг. В общем, луночка это так и молчит. Которых вчера было больше и по количеству, и вес ротанов самые крупные были. Сегодня даже ни тычка из нее не было. Может быть, просто тут стоит огромный-огромный ротан, и вся остальная рыба расплылась. Странно как-то прямо. Обычно все равно, хоть нет-нет, со старых лунок, но 2-3 штуки ловится. О, маленький там просто какой-то проснулся. Все-таки мы его раздразнили и поймали. Ждем тут поклевок. Сегодня вот таких вот ротанчиков достаточно. Не половина, но 1/3, наверное.
О, трава, оказывается, там есть какая-то. Здесь вот тоже вот такие вот ротанчики есть два. А вчера тут, наверное, всего двух поймал. С этой лунки. Вот и приходится каждый раз разбуривать старые, потому что вдруг вот так вот от расы начнет клевать, а на других перестанет. В следующий раз может все по-другому быть. Куда-то воткнулся хорошо так. Вот эта вот лунка сегодня самая крупная, самая лучшая. Вчера тоже она была так себе. Буквально несколько штучек таких средних размеров и все. Все, должен самый крупный подойти сейчас, значит, на сегодня. Пора уже. Нет, видимо, его нет сегодня. Вот этот какой-то из них, наверное, будет самый крупный. Все, рыбы тут крупной нет. Идем дальше.
Ну что, время 17:05. Ай, где-то, короче, с 25 минут пятого не клевало. И вот сейчас я бегаю с фонариком по лункам и поймал такого вот опять хорошенького. Вот такой вот. В районе, наверное, 450, даже, наверное, к полкило. Вот такие дела. Самый крупный на сегодня. Сейчас еще побегу дальше тогда. Может, еще где-то выдразнить получится его. Ну что, рыбалку я закончил. Время 17:57. Набегался, погода у нас какая-то вообще не погода. Метель начинается с мокрым снегом. 65 штук, в общем, я поймал. Стабильные результаты. Вот такой вот самый крупный. Эй, сколько их тут таких вот еще подобных, наверное, штук с пяток у меня есть, наверное. Чуть поменьше. Как бы рыбалка, я, в принципе, доволен. И вот такие вот еще. Хоть начало было и не очень, но в итоге свою норму мы наловили. Как-то вот так вот. В общем, последнего я поймал 10 минут назад с этой лунки. Фонариком свечу, ротан стоит, когда один, когда несколько. Если один, вообще его сложно сманить, чтобы он атаковал. Стоит там с полуспящий. И по морде ему и всяко уже блесенкой попадаешь. Если второго удается выманить, то сразу первый, который был, разворачивается. И там, кто первый схватит блесенку. Все, одного вылавливаешь, второй опять уходит в свою спячку. Бывает, нет-нет, выйдет. Сразу хватанет. В общем, поймал я с фонариком еще, наверное, 6 штук. Ну, вот так вот. Все. Всем пока. Всем удачи.